Я слышала, ты ищешь те упавшие капсулы. Я знаю, где лежит одна, но тебе это не понравится. Почти на вершине горы, и бог знает, что там обитает. Сможешь добраться туда раньше мятежников? Похоже, у Дана на заднем дворе завелись мятежники. Что они там забыли? Не пройти. Надо в обход. О, черт! Я выпустила из туннеля целое стадо! Thank you.
почти чисто. Иду к вершине. Вот и капсула. Спасибо, Данэм. Thank you.
Мятежники наткнулись на чудовищ, когда искали капсулу. Так что они просто перекрыли проход. Вот почему у мятежников там лагерь. Но потом что? Они хотели переждать, пока звери сожрут друг друга. В общем, капсула наша. Отличная работа. Этот гадюшник нужно было вычистить. Моя жизнь стала легче минут так на 7. Разведчики Юноны видели, как капсула упала неподалеку от священного монумента у древних руин. Скорее всего, ее многие видели. Будь осторожней. Похоже, люди Кана уже разбили лагерь.
Этот монумент за закрытыми воротами. Видимо, люди Кана не смогли туда пробраться. Как бы их открыть? Открыто. Баксы знали, как удивить. Thank you.
Диего, тут порядок. Капсула наша. Ты молодец. Люди Кана отступили. На этот раз. И снова ты крутишься у нас под ногами. Тебе все мало, первопроходец. Есть одно дело. Ты еще жив. Ты умеешь драться, в этом я не сомневаюсь. Но все ошибаются рано или поздно. Даже ты. И тогда я буду рядом и посмеюсь. Выходи уже, Кан. И поговорим, как взрослые. Проходит. Мы зафиксировали мощные выбросы энергии на территории мятежников, рядом со старым химзаводом. Еще не хватало, чтобы он опять заработал. Надо это дело пресечь. Проберись через трущобы к заводу и ликвидируй всех, кто тебе попадется.
Черт, еще отряд. Он отмечен на наших чертежах. Этот лифт доставит тебя в самое сердце завода. Ха. Не хватает только фоновой музыки. Не знаю, что это, но комплекс здесь не спасает. Oh.
Шира, насчет выплесков энергии. У них тут был действующий топливный элемент. Неужели он цел? Я его вырубила. Надо будет показать Захеде. А еще тут капсула. Эта находка спасет жизни. Я знала, что ты нам поможешь. Первопроходец. Доступ разрешен. Вот черт. Мне требуется помощь. На дороге к пустопорожнему перевалу разбойничают какие-то выродки. Сначала они просто грабили и убивали, а теперь их чокнутый главарь доктор Детонатор повадился похищать людей. И все это у нас под боком. Так работать нельзя.
Вот это я подставил. За какофонии. Это что, какая-то вечеринка для умалишенных? Вот так находка. Здесь как?
проходец. Калин, главаря я устранила. Путь свободен. Откуда они взялись, эти бандиты? Они бывшие мятежники. Переметнулись к нам недавно. Думали, у нас будет полегче, но Корриган послал их обратно. Thank you.